Сотрудниками наркоконтроля МВД Республики Абхазия задержан житель Республики Азербайджан Гусейнов Джейхун Вилаятоглу 1981 года рождения. В ходе личного досмотра вышеназванного гражданина сотрудниками милиции обнаружены изъяты заизолированные свертки в количестве 15 штук с белым порошкообразным веществом внутри. Как впоследствии было установлено в результате проведенного исследования в экспертно-криминалистическом центре МВД Республики «Метадон». Граждане понятые, обратите внимание. При вскрытии обнаружено вещество светлого цвета. Обнаруженные свертки будут упакованы в белый бумажный конверт, напечатанный мастичной печатью законом ВДР, где будут учинены подписи всех участников процесса. В ходе дальнейших следственно-оперативных мероприятий, проведенных в отношении гражданина Гусейнова, установлено, что последний по предварительному сговору с неустановленным лицом под псевдонимом Саша, выступающим в роли координатора с целью личного материального обогащения, приобрел наркотическое средство метадон для последующего распространения на территории Республики Абхазия путем так называемых тайных закладок и готов указать на их места. Вы сейчас готовы указать, где вы сделали тайные закладки? Так, в ходе обследования участка местности на набережной Махаджира в городе Сухум обнаружены две подготовленные к реализации закладки с наркотическим средством. Масса обнаруженного в ходе личного досмотра и изъятого из мест тайных закладок наркотического средства метадон составила порядка 14 грамм. Джейхуну Гусейнову вменяется преступление, предусмотренное пунктом В, частью 3 статьи 224 Уголовного кодекса, незаконные приобретения, хранение, перевозка, пересылка с целью сбыта, равно сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Решением суда города Сухум гражданин Гусейнов заключен под стражу.